Just tell me, how do you sleep at night, knowing that Russian bombs and bullets are killing children? Я не стал бы, понимаете, играть вот в эти игры. Вы сейчас выступаете как какой-то ток-шоу. Как вы вели себя все эти 8 лет, когда таких девочек, женщин, стариков убивали тысячами на Донбассе? Убивал украинский режим. 快来订阅通识，按旁边小铃铛给我们点赞和分享哦。如果有什么想说的，也欢迎在下面多多留言。